Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Драгонборн. В прошлой серии мы подали пар в этот читальный зал и добыли черную книгу. Теперь мы ее все-таки прочтем. Поехали. Передай привет Гермесу Мори. Хорошо, передам. Что же будет здесь? Да. Понятно. Все как обычно. Хорошо, открывай. Ух ты. То есть не успеть надо, что ли? Ты серьезно? Да ну, да не может быть. Ох. Твою бога душу мать, это что это за приколы? Я не люблю такое. И такое тоже не люблю. Блин, туннели, которые шевелятся, это кошмар. Ох, какой ужас. Идите нафиг! Козлы. Каждый норовит оторвать от меня кусок. Не, ну вы видели? Не, это что-то вообще как-то стрёмно. Блин, шевелящиеся коридоры. Ох, я думаю, если я упаду в это говно, ничего хорошего со мной явно не случится. Глава вторая. Ладно, пошли. Ё-моё. Кошмар! Тупо какая-то наркомания, я не знаю. Что происходит? Заснул. Ага, еще ты. Иди сюда. Почти с одного удара. Спать. Я думал, я всех порешил. Все, на? Уехали все? Так, это не закроется? Нет. Фу, блин. Вот это очень круто, ребята. Такой новизны, блин, это суперски. Дополнение. Это не дополнение, это отдельная игра. Достойная даже, чтобы заменить именно вот этим вот сюжетное прохождение самого Скайрима. Потому что сюжетка там прикольная, но она... Он читает книжку? Сейчас я его обрадую. Где моя Сталгримовская стрела? Хотя вряд ли он мирный. Ушел. Что? Нормально? Катит. Что-то читал. Братья тьмы. Теперь диван. Что происходит?
Странно. То есть сама по себе вот так. А, вот эта кислота. А, она просто отравляет, она не убивает. Я думал, сразу убьет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. Это грандиозно. Блин, не с тем ли это? Просто великолепно. Я не знаю, что сказать. Сделали такое убожество в сюжетке, ну... Боже мой. Мне из сюжетки запомнился, наверное, только один Саундгард. Так. Сюда как-то можно пойти? Или это просто бездонный коридор? Да, сюда можно пройти. Это можно все открыть. Это точно какая-то наркомания. Иди сюда. Уехал. Не призвал друга? Нет, не призвал. Песни яда. Ладно, заберем эти книжки, потом почитаем. Чисто для себя, для понимания, потому что... Блин, эти коридоры. Иди сюда. Хорошо. Криты, они тащат. Просто тащат. В любой ситуации. Блин, коридоры. Движущиеся коридоры. Я уже даже не знаю, что мне говорить. Так, это на Хилсу. Так, и вот это вот что-то как-то подозрительно. Всего лишь родничок с этой дрянью. Ты не один. Так, ты уехал. И ты, судя по всему, главный из них. Там путь. Хорошо. Ой-ой-ой. Давайте-ка их тупо с лука поснимаем, а то... Я знаю, какие у них способности. То есть вот это ты, да? Да. Они могут просто размножиться и все. Тогда начинается геморрой, потому что они сначала 2, потом 4, потом 6. Ну, до 8 не доходило. Но это опасные ребята. Так, глава 4. Блин, большая книжка. Очень большая книжка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ну-ка. Что эта книжка нам подарит? Какие способности? Ой. Генеус Мор. Твою мать. Наркоман долбанный. Что тебе нужно от меня в этот раз? You have thought up the forbidden knowledge that only one
drunken, Lord, like Miran before you, a seeker of knowledge and power. Я не Мирак. Да, я здесь, чтобы разыскать секреты Мирака, в принципе. А раскрыть. Разыскать. Я научил его всему, что я... Ясно. To use your power as Dragonborn, to bend the world to your will. Твою мать. Here it is. You've the knowledge you need, although you did not know you needed it. The second word of power. Use it to bend the wills of mortals to your purpose. But this is not enough. Miran knows the final word of power. Without that, you cannot hope to surpass me. Miran. Твою мать. And you are rewarded. I can grant you the same power as he wields. All knowledge has its price. Служить тебе? Я уже, по-моему, говорил. Хорошо. Какова твоя цена за последнее слово? Знание? The scars have withheld the secrets from me for many long years. The time has come for this knowledge to be added to my library. Помешанный на знаниях. Охренеть. Как я могу доверять тебе, демон? My word is as true as fate, as inevitable as destiny. Bring me what I want, and I will give you what. Я понял. Send the Skull Shaman to me. He holds the secrets that will be mine. Шамана? А, блин. Шаман хороший дядька. Пламя дракона рожденного, сила дракона рожденного, мороз дракона рожденного. Это, наверное, на магию. Давайте-ка почитаем. Крит безжалостной силы наносит больше урона и может разорвать противника. Твою мать. Пламя дракона рожденного. Пламя дракона рожденного. После убийства противника криком огненное дыхание, из его трупа появляется огненный змей, сражается на вашей стороне. Говно. Не пользуюсь этим криком. Мороз. Так, морозное дыхание. Заковывает противника в лед. Блин. Сила дракона рожденного. Беру. Ладно. Пусть будет так. Я не знаю, надо поговорить, наверное, с этим. Нелот.
experiences when reading these books. У меня был разговор с Хемео Сеймором. You're still acting as if he's seen. What did he have to say? He must have wanted something from you. Он хочет секреты скал. What secrets could they have where people in the old bar sounds in the bar? Amaeus Mora learns some fascinating new ways to skin a hawker, and you become the second part of Dragonborn that ever lived. Well, that gives me a lot to think about. I need to get back to Tony. I have some ideas about how to locate more of these black books. Да? Стой. It's good to have everyone not running off to that damn sacred slip. Черный книг. Amaeus Mora has always tried to... Where are the black books actually... Ясно, но ты мне пока не расскажешь, я думаю. Хорошо. То есть ты мне пока не расскажешь, где остальные черные книги. Ну, в принципе, черт с ними. Что это такое? А. Ну ладно. В принципе, я даже не знаю. Может, этот дядька-шаман что-то знает про последнее слово, хотя нет, вряд ли. Блин, не хочется его предавать. Дракон! Попал. Иди сюда. Тебе тупо хана уже. Ну сейчас Мирак придет и заберет его силу. У тебя было имя? Ну ладно. Его сила принадлежит мне. О, да. Хорошо. То есть теперь, когда разрушены чары Мирака на этих камнях, он не может воровать у меня души драконов. То есть тех драконов, которых я убиваю. Хорошо. Пойдем поговорим с дядькой шаманом. Может, он нам что-то скажет, верное. Не хочется его убивать, конечно. А Гермеус Мора что-то с ним такое сделает, это по-любому. Демон, демон, демон. Что ж с ним сделать? Должен быть какой-то другой выход. I'm sure there's a good reason Baldur left us. Something isn't right, Bernard. I feel it in my bones. Стой. So the dragons have returned. У меня был разговор. Hermes Mora. Old Hermes Mora himself. So he is the source of Irak's power. Of course. We have many tales. Trying to trick us into giving up our secrets. And now he comes again for what we have long kept from him. Что за секреты? Ancient lore handed down from shaman to shaman since the All-Maker first gave Solstheim to the skull. How to talk to the wind, how to listen to the earth. These are our secrets. Nothing of power or mastery. Зачем Гермеусу Мори? Могли понадобиться такие секреты, в принципе. We know him as Hermes Mora, the demon of knowledge. It is in his nature to hoard secrets to himself. Понятно. It is of no consequence. The very fact that the Skull have kept knowledge from him has merely increased.
Он согласился меня обучить, если я торчу выдам ваши секреты. Чувак, дай мне решение. So it falls to me to be the one to give up the secrets to our ancient enemy. Да не хочу я выдавать. Древо? То есть ты дашь ему, чего он хочет? Блин. Чувак, я не хотел этого делать. Also to decide when it is necessary to give them up. I believe that time is now. If I am wrong, may my ancestors forgive me. Give me the book. I will read it and speak to old Elmamora myself. Ah, I will make sure he lives up to his part of the bargain. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. That is my hope. I am trusting that you will make this sacrifice worthwhile. Father, you must not do this. That's cruel, Mother. Wrong. Evil. Against everything you have taught me my whole life. I must pray. It is the only way to free Solstheim forever from the Iraqi shadow. There comes a time when everything must change. Nothing that lives remains. Do not fear what you have done. This is the destiny our Maker has laid out for you. I stand beside you. I am ready for whatever the foul master of this book has in store for me. Да, посмотрим. Это, наверное, это самое чудесное, которое все только и чудесное. The stars yield up their secrets to me. Чёрт. Do something. Dragon Mara. You have delivered me. Я сохранюсь, попробую не дать ему, короче. Я даже убить его не могу. Последнее слово силы. I give you the word of power that you need to challenge Mirak. You will be either a worthy opponent or his mean successor as the times update. Прости. Прости меня, Фрейя. I'm not blaming. I know you chose. Go. My father sacrificed himself so you could destroy Mira and lift his master's shadow from the dark. Go then. Kill Mirak. Do not fail. Да, блин, печально это все закончилось. Ладно, теперь у нас есть еще один повод, чтобы убить Мирака. Это была необходимая жертва. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео.